Темные, темные, в городе Сочи, темные ночи. Это не мои. Это да тоже не мои. Прелесть, вот такие красивые, дорогой, а? Я просто не дрожа. Обними, обними ее, красавицу. А ты разденься, Леночка, раздень. Ах! Изумруд. Января, 18 так. Часов, в нетрезвом ну, виде, как? В торговом зале магазина «Изумруд» в Ну все, 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 все. Я не знаю. Между прочим, вам бы лишь бы засудить, товарищ судья. Учусь в финансовом институте. Ночевали в милиции? Да. Рассказывайте. Что?
Деньги есть? Заплатите 25 рублей в течение 3 дней. Плакать пошла в ванную. И же самое время было семью создавать. Их же 24. Не надо. И вам могу помочь. Ну, там, булочку, севрюшечки. Наценка небольшая, 40%. И переезд еще этот. А для вас 20%. И на Ярославское шоссе. Ага. Вот. А обратно я вас доставлю, так сказать, в целости и сохранности. Ага. А цена? 20 рублей. Кстати, можно и финской колбаски, сервелат. Ну, тогда 30. Мерзавцы. Ой, что ж за страна-то такая, куда они всю водку подевали?
Ну давай, на 21. И у телефона. Нас пригласить на торжественный спуск коряги в аквариум. Мы хотим насладиться. Собственной! От коммунальной! Сосед! Товарищи, я думаю, что... Советского народа, браво, который чтит. Нет, 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 нет. У меня внук. Нет. А где он живет? Он живет на севере, но это не важно. Там есть замечательное место. Называется Малый Чу. Фантастика!
От дома Стрельникова туда всего час езды на машине. Один час. Наших мыслей. Сынок, мы несем ответственность. Косил в последнее время. Раньше ты в газете «Спорт» Лото читал. Я не пью теперь, Саша. Продавщица. Попуть. Как кинокамера. Красиво. Чтоб продавщик. А вы тоже в кино вместе с Борей? Сиди, Саня! Угу. Жанночка выпишет чек, угу. А вы в кассу. Запах в этом году самый модный. Я знаю. У спекулянтов купил. Спасибо, Евгений Степанович. Достал. Ансамбль из Англии приезжает. Название, правда, забыл.
Я все спросить хочу, а вы где работаете? Я? Да. Пожалуйста. В кино. Желаю творческих успехов. А какой фильм вы сняли? Ну, очень много фильмов. Не исключена возможность. Позвоните, говорит, на следующей неделе. Ну, семерку у него, Гиви. Надо брать. Слепые котята. Добрый день. Не помешаю. А папуля? Позволите, вот вместе, так сказать, на фоне Ленина, сынок, как вот если... Иди возьми деньги свои с депонента. Я договорилась. У вас что, долго тут? А ты сам-то видел? Свежий воздух. Завтра. Осторожней там на севере с мужчиной.
фотография, ну? На память о нашей встрече. А ты всегда в этом пиджаке ходишь? Прошлой зимой там фильм снимали из американской жизни. Там сейчас... Таило мне все. Я бы лучше вот здесь целыми днями. Неужели? Я сейчас милицию вызову! Мне же выговор объявят. Да плюнь ты на них, Жанночка. Козёл. Вы, папа Жанны? Я уже отвечал. Для мамы. Хотел цветов купить, а мороз такой, что все грузины попрятались. Я? Друг вашей Жанны. Коротко о себе. Бывший военный летчик. Вдовец.
Вообще-то я люблю... Приходит счетчик. Так. Я решил, что к Жанне. Вообще-то все равно. Надо овчарку спросить. Подарок. А что за подарок-то? Лена. Аминь, Аня. А для меня вот тоже загадка. Я работаю рядом с театром. А в театр прихожу. Пожалуйста, не включайте. Телевизор сгорит. С пробитием к месту происшествия пожары.
Это внучки мои. Пойдете после мебельной фабрики. Жизнь за все. Спасибо, говорил всегда. Вот говори. Не, недостоин, оправдаю. За все спасибо. За зарплату. Это на счастье, Лена. То, что нужно человеку для счастья. Отец разводил рыбок в аквариуме. Поднимается на самый верхний этаж, чтобы спрыгнуть. Трудное время было. Они хотели счастья. Я уже выпил свое. Зашитый. Горько! 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 Горько!
Спасибо. Серебряные. Тебе нравится? Угу. В центральных кассах работает, с большим трудом достал. Зима, всем на юг хочется. И вам того желаем. А вашу внучку пригласить можно? Фотографии со мной. Бабушке покажете? Пусть пора. Вы же понимаете, я не могу найти связи, контакта, понимания с этой... Женщин с птичьими фамилиями. Раньше, до того, как ты... Нет. Еще раз беремся. Знакомьтесь, Ксюша, Аня, королева, пожалуйста. Или... В ателье в меховом работе. Успокойся, не унижай себя! Он же все начальство. Все начальство!
Малый Чумин. Да. Туда привозят всех интуристов. Там у меня есть знакомый экскурсовод. И Федор Федорович привет передает. Да, ну что вы, ему так понравилось последнее. Не надо на меня так смотреть, товарищ директор. Одинокий. И Олег, как главврачом стал, он столько сделал для этого диспансера. Родители отвезли ее в деревню к дедушке с бабушкой. Вероятно, она там заразилась. Не поступают так настоящие мужчины. Вы Настасья Филипповна, Маша. Что вы должны? Ты очень красивая, знаешь? Дедушка, с тобой. Это кинорежиссер. Я езжу в сон.
Работаете. Слушай, а меня муж забодал. Маруся, подруга моя, а? Ты кем работаешь? Сам знаешь. Слушай, ты Мерседес не трогай. Его Петя с зятем своим... Уже не сыщешь, эх, Маруся. Папаша, вот, ну, ладно, вам ваша дочь. Ты. Пойдемте, Евгений. Сколько я держу сам. Темные, темные, и если что-то делать ночью.
мальчик, дорогой мой. Ай! За счастье с завтрашнего дня. Господи. О, Соня, моя жена. А, ну да. Угомони. Федор Федорович. Вы лежите, лежите. И попрощаться. До свидания. Мне извините. Гардеробщиком в ресторане в Швейцарию. Я театр. Я ничего не боюсь. Я обеими руками за эксперимент. Я вам серьезно говорю, Федор Федорович! Стой! Не надо, я говорю! Ну не надо бежать туда! Сейчас я тебе покажу. Ой, яйца! Моя фамилия. Кондаков. Ах, Леночка, Леночка. Ну А они что придумали? Они выпускают куртки на гагачьем пуху или на гусином на худой.
чтобы они по предприятиям распространяли. Ну, начал он распространять. А народ у нас дикий. Может быть, нужно кому? Пропадают талоны. И цена... Киса. Киса. Кто тут? Да я, Леночка, я. Пошел, киса. До встречи. Пока, я люблю тебя. Малыч, милый. Сюжет. Не собака. Сиверка, это ветер северный. В такую погоду лучше дома сидеть. Приветствую! Милиция делает вам ценный подарок. Мы ж пока вчера пили. Мы ж...
А вы что здесь делаете, Олег Федорович? Лен, а вам город наш нравится? Безумно! Нет, ну так же невозможно здесь... Ты зачем сюда приперся? А ты зачем? Вот из какой буквы? Лейтенант. Нужно выдать букву. Из? Из? А? Из? Лен, а приходите к нам работать. У нас инспектор. Смерз! А я же ж. Вообще я завидую Олег Федоровичу. За Софью Ивановну, а? А вы знаете, мне тоже очень понравилась Софья Ивановна. Угу. Олег Федорович действительно... Леночка. Оп. Не назовешь.
когда рискуешь жизнью. Главную роль предложил уже? Очень плохо все кончилось. Алло. Что произошло? Да. Да. Ну, Соня, ну к чему настраивать детей против меня? Ну, Соня, стекло! Ну, ей-богу, ну, честное слово. Ну, крипы в легких были, да. Милая, я сейчас приеду.
хуйны есть? Ты скажи. Есть? Что с тобой? Простите, здрасте. Как наши дела? Вы меняете Жданов на Москву? Мариуполь. Ну да, Мариуполь. Нет заявок пока. Целыми сутками роешься в картотеках, чтобы людям помочь, выискаешь вариант, а ты мне не веришь. Дурак на дураке. На работе все. Ну, подожди. Целуйня, на морозе, в Чумилах. Ну что такое? Я же... Здрасте, Олег Федорович. Здрасте. Здрасте. Что? Вон, видишь здание? Это моя больница. Седьмой год уже строят. Темные, ради Сочи, темные ночи.
случае работать не смогу. Весь подъезд застрял. На дочь вышла замуж, и они с Сергеевым лезть на крышу не могут. Все работа, работа, суета. Смотрю в окно. И не знаю, хочу я жить или нет. Всю посуду дома перебил. Я, конечно, ну не молод, мало радости в жизни, ну... Жан, вот это мой папа, да? Ah!
Тарас Бульба. Дубль первый. Вот он и нашел себе две двухкомнатные квартиры, а себе лучшую взял. Я же его даже не видел. Можно 3 года. Послушайте, я пока что еще в своей квартире. Я не желаю, чтобы мне хамили, делали замечания. Здравствуй. Я тебе перезвоню, Ляль. Ну, говорите. Визиточку. В
Пойми, Киви, как плохо вы... Oh,
Мы с вами квартиру менять хотели. Ну, вы же еще и кровь. Я поехала и морду набила. Лен, ты извини меня. Неправда, в армии по голове учебной. Я очень люблю одного человека. Очень. Смерти. Ну а что, вот живешь, вдруг раз? Понимаешь, мало. Мне столько способностей, столько таланта. Сунула.
балкон. А там грязно, жиром все заляпано. Человек не может уйти, не покаявшись. А? Чего? Боря, сынок! Прощай! Жизнь. В этой жизни у меня была одна единственная радость – ты. Одно великое счастье испытал я на этой земле – Ты с балкона прыгать пробовал? Чтобы духом моим тут не пахло. Ничего, ничего. Yeah.
Вот это да! Вот это встреча! Конкина Елена! Две комнаты. Изба. Лен. Нет, ты, говорят, отличник политучебы, едешь в Сочи на конференцию. Такого никогда не... Видела. А что, если ему подушку в рот засунуть, а? Документы, пожалуйста. Нундаков, ты чё к человеку пристал? Ты чё, майор? Быстро, быстро. Ты че, лейтенант? Кончились твои гастроли? Кондаков! Вылечим тебе язву. Слушай, лейтенант, сколько тебе нужно для счастья, а? Купола!
но только ради вас. Да? Лейтенант просил его не беспокоить.
Мы выберемся. Мы выберемся. Мы ж не виноваты. Сейчас только тихо. Не берите.